Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное прохождение. Чё я хотел сделать-то? Мы сегодня будем искать убежище Технолики, да? Ну, короче, пойдемте дочистим вот эту половину карты. Фигух всяких убьем, убьем дриаду. Все тут убьем. Найдем ивент с Технолигой. Не знаю, есть ли смысл его уменьшать. Ну, поехали потихонечку. Не знаю. Мне кажется, нет смысла в него въезжать. Ой, он еще и упал. Бедная лягуха. Они продолжают промахиваться. Так, секунду. Так, все, я вернулся. Я вернулся. Пойдемте дальше убивать лягу. Так, вот наши лягухи. Стоп. Так, включай. Так, бу.
Угарке Бруте. Стой, стой, стой. Дедуля, ты чё? Опа. Эй! Девчонка никуда не добегает. Это провал. Это тоже никуда не добегает, господи. Так что не очень там. Тик. Вообще никто никуда не добегает. Так, ладно, харим. Подходи. Господи. Так. Давай его добить, допустим. Зараза. Она бахает, ребята. Вот приятно, когда вот так вот заходишь на карту и все разваливаешь. И то, что там на первых уровнях какие-то страдания, кто-то не попал, кто-то получил крит, упал. Так вот все. Половина моей команды правой валяется там. Так. Играли в масло и проиграли. Так. Так, вот она технолишка, да. Да, ребята, давай, 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 давай сюда. Опа. Ой, как же я хорош-то, ребята. Сейчас как масло кину, они все упадут. Оп. Считаете? На тебе. Сейчас вот эту фигню еще кину. Так. На тебе. Так. Бум. Так, кто там ходит? Ты ходишь. А если я тебя вот так... А? Ничего себе. Ах ты пёс. На тебе. Зараза, он же сейчас кинет заклинание. А у меня у своего есть свои заклинания. Опа. На. Ой, какая ты красая. Дура тупая, просто невозможно. Господи Иисусе. Опять промазал, да что ж такое-то? Да ты чё, какой сурендер?
Вы там все лежите, а я сурендер. Что там на тебе? Ужас какой-то. Спасибо, что уронил ее. Колдуй. Ой, ты помойка. Так, гномик. Я даже не знаю. Я обойди его как-нибудь. Поганится. Знаете. Так. The end draws near. Just letting the ink dry. Ask. Так. Yes, I'm still here. Так, ну ладно. Пойдемте на торговый пост. Сейчас ходим, освободим господина Регунгара. Наконец-то у нас появится дополнительный дэмэдж киллер в команде. Так, сток плюс один. Вообще сопротивление. Колечко мне тоже нафиг не надо. Уже 10 тысяч нахоботили. 8 часов поспали, фул хп. Кайф-то какой. Так. Так, стоп, у меня же еще храм оленя не пройден, лагерь технолиги. Короче, еще экспыта дофига на карте. Я, да, вот храм оленя, еще свинью я не убивал. Что эта дура тут жива? Пойдемте, убьем дуру. Don't hesitate. I'm listening. Я, наверное, мейну накину эту самую. Тоже увеличение гуманоида. Ну, потому что почему бы нет. Еще на себя накину увеличение гуманоида. Тут весь такой увеличенный. Еще выключу вот эту фигню. Еще выпью мутагенчик на силу.
щиточек этот выкину. Тоник тоже выкину. Так. Сейчас со всех сторон на эту дуру нападу и, короче, ее вообще запинаю. Ну да. Keep your wits about you. Давай. Черт. Не доходит немножко. Адриада говорила, что она жесткая. Но мы это знаем, страшную правду. Да уж. Это вам не на втором левеле, короче, с ними воевать. Поле я, с вашего позволения, трогать не буду. Нафиг он мне не нужен, этот дурацкий тролль. Он опасный. Жесткий. Never stop learning. Думаю, тут можно себе позволить уже накинуть. Штучку. Сколько у тебя к атаке? Плюс 12. По людям плюс 14. На самом деле еще больше. Потому что будет плюс 2 к песенке. То есть плюс 16. Еще мы можем кинуть какое-нибудь классное заклинание, полезное. Будет еще больше. Ну или не будет. Тут как повезет. Так, ну-ка.
just letting the intro. The intro's near. Does anyone require my company? Да уж. Что-то какой-то пока разнос, да? And Lindsay was called for. Keep your wits about you. Гномик, у меня для тебя задание. Ничего себе. Так, для тебя у меня тоже задание. И вот так вот масляться как-нибудь. Оп, отлично. Так. Это что? Твой лучший вжух? Да уж. Давай, посумой мне морда. И это чё, всё? Он ещё и упал. И я упал. Какой бред, а? Так, сейчас я в него вот этой фигнёй как кину. На! Посмотрим. Смотрите-ка, работает. Ой, я убежал. Нет. Убери его. Так. Так, хотим ли мы ее спасать? Ну вообще нет. Мне кажется, мы ее просто бахнем. А, если мы ее, короче, отпустим, она не дропнет эту хрень. Серклет с интеллектом. Так. Все нормально. Так, пока. Так, все, господин Регунгар у меня... в пати. В этот раз я хочу попробовать его покачать через не какая коса скиметар. Так, что нам нужно? Увеличение гуманоида, наверное. А, так. Давайте ему сразу, короче. Так, и атлетику кто-то должен качать.
Так. Всё, да? Понятно. А вот сланг я же не могу тут взять еще. Не могу. Так, кошачья грация и чего мира рэмэдж мне точно нужны. Ну и не очень нужны. Пойдемте. Открывать сундучки. Пойдемте этих еще освободим. Спасите нас. Так, броник плюс один. Ну, один. Так, скимитарчик. Меняемся. Короче, на следующем уровне мы возьмем ему вот эту фигню, чтобы было плюс 2 к оружию, бонусный фит. Потом возьмем 4 уровня этого самого драконьего дисцепла, чтобы была атака укусом, немножко больше силы, там немножко брони. Дальше будем качать его как магуса. Хочу так попробовать. Никогда так не делал. По-моему, в этом, конечно, нету никакого смысла, но мало ли. Может быть, это как раз тот самый идеальный билд на Регунгара. Так. Может быть, нет. Что? Кто на меня напал? Ой. Че инициативу проиграли? Сейчас кого-то бахнут. Эй, ты чего? Ну ты чего? Подлечи ее. Я тут могу кинуть масло. Так, этот все равно покойник. Давайте его еще пугаем. Пугать его не удалось.
В чем был смысл этого нападения? Я не понял, ну ладно. Вилкернес энкаунтер. Где там этот храм-то дурацкий? Так, пойдемте увеличивать гуманоидов. Don't hesitate. I'm up for an adventure. One ship I am yours to command. Sword if they can't carry one. Давайте этого дурачка тоже забафаем. Все. Не знаю, шляпу одень. Так, теперь она сможет колдануть щит. Это вообще ничего не сможет колдануть. Я тоже ничего не смогу колдануть. Так, все наколдовали? Нет. Так, вот так вот сделаем. Чтобы не путаться. Думал я тут на досуге над билдом варвара, придумал билд через три укуса. Не совсем варвар. За неуязвимого дикаря. Закачиваем его до 4 левела. Получаем дополнительную атаку укусом. Так, кошачью грацию на этого челика. Так, лягухи подходят. Ходить после него. Так, нам сюда нужно вытащить вот эту фигню, да? Да. Жесткий. Так, девочки немножко не пролазят. Промазал. Два раза промазал. Ну что, девчонка, на тебя вся надежда. Еще можно кинуть заклинание мощнейшее, но мне кажется, это так себе затея. Давайте лучше
накинем магический доспех на мейна. Так. Где там наши волчики? Промазал. И ну смотрите, что творит, а? Походить попозже. Блин, будет обидно, если ее, короче, сейчас волки сожгут. Блин, он может ее сожрать. Оп. Слушайте. Давай. Отлично. С волчками разобрались. Теперь будет огромный медведовидный древень. Потом еще жесточайшая свинья убийца. Ну, подождем, пока тетка очухается. Ну, пока она очухается, с нее заклинания спадут. Давай-ка просто. Так, а чё он такой быстрый? Так, медведа мы отмедведали. Поехали. Стрелять свинью. Так, не вздумай попасть по этой девчонке, ты слышишь меня, свинья?
Так, ну ладно. Пойдемте поговорим с Тристаной. Тристана, ты как? Ему полегчало. Проклятый фия. Так. Я не знаю, по-моему, нет смысла, короче, выкрапывать это самое. О, ничего себе, тут можно полечиться. Это поворот. Выкрапывать экспу. Пойдемте сейчас еще убьем свинью. У меня есть ваниш. А у меня есть инвиз. Это круче, чем ваниш. Что, Леночка, жарко тебе стало? Да, убьем свинью, потом вернемся, короче. И пойдем уже убивать этого самого. Рогача, да? Ну да. Наверное, еще имеет смысл эти самые. Как зовут-то, господи? Ловушки разрядить. Так. Это снятие страха еще. Смысл еще раз видеть ловушки. Амири говорит, что сама все сделает. Мне кажется, она немножечко не понимает, с кем она связалась. Мы... Не убиваем все вместе. Тем более, что она вон какая жесткая. Капец, она такая жесткая. Так, лучшее оружие и... Отойдем. Ну, смотри, что творит, а, свинья. Хотел уже критом убить, короче. Прости, Амири. Да. Опа.
Есть ванда, чтобы найти ловушки в этом самом логове крыс. Не знаю, мне что-то неохота пока вот это все делать, эти ловушки искать. Сколько у меня сейчас? Мне надо 5000 опыта. По-моему, я 5000 опыта не получаю в этом самом на посту. Так неохота искать эти дурацкие ловушки. Вот капец, как неохота. Вообще неохота. Давайте продадим. Так, поспешного отступления. Уж ничего не надо, да? Так, Джот Квакен. Так, пойдемте купим. Продадим ему книжку еще вот эту. Какую ерунду. Так, давай мне 20 штук. Вот у меня 18000 опыта, да? Остался чё? Чё осталось? Шатун, горух с волчиками, да? Ловушки, тролль и ещё оборотень, волчики. И плюс вот здесь вот ещё куча этих. Ой, даже не знаю. Что там у нас по времени? Ну, короче, давайте тогда на сегодня закончим. Вот, а завтра почистим карту, набьем 6-й левел. И потом уже убьем рогача. Всем спасибо. Пока-пока.